Здрасте, товарищи! Добро пожаловать на ТВ Джем. Сегодня у нас рука вдала запекания и голяшка. Индейки, приготовьте один рукав. Как обычно, знаете, мясо, дижонская горчица. Хорошо его смажем. Постарайтесь включить духовку на 200 градусов. Затем нашу голяшку немного посолим со всех сторон. Потом возьмете 2-3-4 зуба чеснока на любителя. Стандартная процедура, как все это надо мариновать. Сделайте так, крестик. Внутрь добавим чеснок. Сюда добавим немного тимьяникуса. Опять можно чуть-чуть тут посолить. Также паприку добавим. Перец обязательно. Возьмите немного оливкового масла. Все это залейте. Можете и чуть-чуть лимона с этим маслом. Если кто-то из вас любит острый перец, сюда можно добавить понемногу какого-нибудь аромата, чего вы любите. Чуть лука. Лук нажмите, да пусти свой сок. Потом можно добавить немного помидора, это будет очень-очень хорошо. Можно внутрь добавить паприку, можно добавить все, чего вы хотите и чего вас устраивает. Смысл оставить это все, да постоит где-то примерно 20-30 минут, чтобы все замариновалось. Все у нас уже замариновалось. Возьмем рукав. Такая штучка выглядит. Это все здесь закрутите 1-2 раза, чтобы воздух не попадал. И с рукавом есть такие штучки, которые вам и помогут, да свяжете шнур до рукава. Все это очень-очень хорошо свяжите. Потом, значит, ставите ножку внутрь. Возьмите это все, масло, сок, все. И добавьте сюда. Я добавил чеснок, но я сейчас тут добавим и веточку базилика. Это тоже получится очень хорошо. Постарайтесь, да воздух вытащите. Что больше воздуха вытащите, меньше возможность рукав поднимется у духовки. Если он попадет на потолок духовки, это значит, что все. Тут вам принадобится противень. Все это выложите на противень. У духовку примерно 60 минут на 200 градусов. Посмотрите, как это красиво. Сейчас, когда возьмете нож, это все откроете. Пойдет такой прекрасный аромат. Видите, тут индейка, там помидор, все пустило сок. Принадобится одна вилка, потому что слишком жарко. Ставите так кусок, все очень легко режется, все мягко, все такое ароматно, хотите с кожей, хотите без кожи. Затем возьмете одну ложку, добавьте немножко этого лука, помидора, это очень вкусно. Видите, здесь есть такой замечательный сок. Залейте немножко индейку, потом и хлебом макать внутри можно. Конечно, накрутите перчика. Возьмите немного паприки, украсите тарелку. Возьмете там пару листов базилика, это будет красиво. Я вам рекомендую, индейка, птица, сами знаете, жир и так дальше. Один кусок лимончика. Мы вам все желаем приятного аппетита. А кто то мы? Это индейка, это рукав, это Серж, это ТВ Джем. Оставайтесь с нами. Спасибо. Чао.